для Бориса Николаевича свобода – это было не просто слово «свобода», а свобода человека во всех его проявлениях. Поэтому он старался вот это вот, чтобы каждый человек масштабно понял это слово. In the heady days of 1990 and early 1991, he was the adored leader of a protest movement unknown since the Bolshevik Revolution. Власть для него, как власть, никогда не была нужна. Он хотел сделать так, чтобы Россия стала лучше, безусловно. But if Russians liked that, they didn't like what came next. First, the breakup of the Soviet Union, engineered partly by Yeltsin, then a crash course in capitalism that broke the chains of the centrally planned economy. Было очень тяжело, безусловно, работать. Просто время было такое. Вот мы вдруг оказались в стране, где экономика абсолютно разрушена. Scenes like this at one of Moscow's charity canteens today are simply humiliating for most Russians, who remember the days when the Soviet Union itself gave aid to the Third World. Но если бы еще у нас в то время не было такой оппозиции, тогда, наверное, легче было бы работать. Yeltsin faced a rebellion from his own former power base, the Russian parliament. His reply – to bombard it into submission. С них надо спросить. А я считаю, что президент сделал все правильно. But remarkably, Boris Yeltsin clung on to defeat the communists and win a second term in office. But there was a price to be paid. His health collapsed. И Борис Николаевич должен был записывать новогодние поздравления. Вот как это все помню, как будто бы это было вчера. Прошло уже довольно много лет. Повернулся, говорит: «Наина, я подаю в отставку. Будет мое телеобращение, смотри телевизор». Господи, какое счастье! Сейчас этот груз ответственности с его плеч уже упадет, и он будет принадлежать семье. И какое-то счастье, что мы можем спокойно отдохнуть, что не будет этих ночных звонков. И он: «Ну все, я должен идти». А потом с какой-то улыбкой мне говорит: «Ты же помнешь мне костюм», потому что я висела у него буквально на шее. I want to ask for your forgiveness, because many of our dreams did not come to pass, because what had seemed simple turned out to be terribly hard. В 99-м году Борис Николаевич передал страну новому президенту Владимиру Путину, уже нормальную страну. В истории России такого не было за все время. Никогда еще по доброй воле ни один лидер страны свой пост не оставлял. Я прошу прощения. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy and civilized future. I am leaving. I have done everything I can. Он сам очень любил Россию, поэтому хотел, чтобы в России всегда было хорошо.